Опа, сейчас переведу. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вернулся к вам сегодня с новым переводом, как я обещал вчера. Если вы не видели, то я сделал пост. Вы можете увидеть этот пост вот тут на экране. И огромное... Вот вы просто не представляете, я выражаю вам очень, очень огромную благодарность за вашу помощь. Сейчас переживаю трудные времена, поэтому да, огромное вам спасибо за помощь. И огромное спасибо Екатерине, Ольге, Татьяне и Елене. Огромное вам спасибо. Ну и давайте начнем. Всем привет! Как я уже говорил в своем предыдущем видео, я сделаю реакцию на Димаша. И Димаш сегодня будет петь песню All By Myself. Многие из вас просили меня сделать реакцию на эту песню, поэтому надеюсь, вам понравится моя реакция. Итак, поехали! Вау! Wow. Wow. У меня мурашки. У меня такое ощущение, будто по моему телу проходит ток. Он и вправду чувствует песню, и мне это нравится. Мне это очень нравится. Wow.
Вау! Вау! Вы что, издеваетесь? Погодите-ка, я должна послушать эту часть еще раз. Одну минутку. Это невероятно, боже мой. Лица этих людей, они такие, что? То, что он там сделал, я не знаю, что сказать, такого я не ожидала. Боже мой, да, вау, этот парень невероятен. Мне кажется, каждая песня, которую я послушала с Димашем, лучше другой. И эта песня, вау. И, ребята, сейчас я в шоке, я просто не знаю, как и что сказать. Я извиняюсь, конечно, но я должна послушать эту часть еще раз. О май гад. Эта часть напоминает мне песню, правда, я не знаю название песни, но где поется опера. Это просто... вау. Я просто в шоке. И концовка тоже просто вау. Как не из этого мира. Думаю, я смогла бы слушать эту песню снова и снова и снова в течение всего дня, потому что это невероятно. Боже мой, этот парень, он не из этого мира. Вау. Я не знаю, что сказать. Я серьезно, я не знаю, что сказать. Я в шоке. Я не ожидала такого. Я не ожидала такой концовки песни. И не ожидала, что он может делать такие вещи со своим голосом. Превосходно, невероятно, потрясающе, я даже не знаю, что дальше сказать. Идеально, это просто идеально. Спасибо, спасибо огромное всем тем, кто посоветовал мне послушать эту песню. Огромное вам спасибо. И спасибо за то, что вы смотрели ее реакцию в моем переводе. Всем большое спасибо за просмотр, и всем пока.